Что, здорово, народ! Всем привет! Сегодня у нас карта называется Загадка, а если вкратце, By Crazy Frog. Короче, жопа полная, я не знаю, как на ней ездить. Во-первых, карты нормально отрисованной нет, я ездил сюда в тупик приехал. Короче, жопа какая-то реально. В общем, какой у нас вариант? Едем мы в ту сторону, потому что в эту сторону, ну, типа, дорога, она вообще никуда не ведет. То есть, единственный вариант, это может на пилораму. То есть, короче, задница полная. Это не карта, это жопа. Наверное, кто-то скажет, это жопа? Я скажу, да. Потому что, во-первых, это непроходимая карта. Я не знаю, как ее проходить. То есть, я ее не то, что проходить не буду, а смысл. Модовые карты я не хочу проходить. Нафиг мне это надо? Зачем? Вот, если что, ребят, я ее скачал на сайте World of Mods. Если кому надо. Ссылку, да, я, должно быть, обычно говорят авторы. Типа, с такого-то сайта скачал, ссылку должен на сайт в описании. Обычно для них. Он называется World of Mods. Я думаю, что вы помните по гайду, которому я рассказывал, как скачивать моды. Так, погоди. Что-то тут дорога, мне вот непонятно. Вон туда, туда. О, то есть задница полная. Поехали открывать. Не буду пока ремонтировать, смысла не имеет большого, если... Что-то я думаю, блин, что за ниже. Так, тихо. Алло, а чё? Я чё, не поворачивает? Не повернул. Ну, то есть, вот такая фигня. Так вот. Поехали, народ. Ну что, погнали? Так, вот отсюда я вижу. Большое спасибо, кстати, за то, что вы посмотрели мое видео про ФНАФ. Я вам очень благодарен, что вы набрали столько просмотров. Я не ожидал, что ФНАФ так популярен. Ребят, напишите также, что вы знаете из ФНАФа. Интересно, просто для фактов. Напишите. Мне приятно. Может, кто-то хочет эдит сделать какой-то, который стесняется просить у других авторов. А у меня можно спросить спокойно. Я сделаю, если... Только скажите, по какому персонажу из ФНАФа. А я вас, ребят, большое поздравляю тех, кто оканчивает школу через 2 недели, получается. Потому что школа закончится вот. Ребят, можно сказать, рукой подать до нее, до окончания. И я думаю, это очень будет классно. Мы окончим школу, мы будем, ребят, лето. Можно будет вообще ни о чем не переживать. Вообще про все забыть абсолютно, абсолютно забыть. То есть просто забыть про школу. Наконец-то. Наверное, кто-то об этом мечтает. Так, где-то вот тут УАЗик. Давай я поставлю точку. Так, окей. У вас у нас где-то в той стороне. Понятно. Садимся на ГАЗ-66. Потому что ГАЗ-66 это имба. Это проходимая машина, которая ездит везде. Так, а вот здесь самое интересное. Вопрос, эти деревья, они вообще как-то... Они вообще существуют на этой карте? Потому что они как бы не прорисуют. Смотри. Серьезно, ощущение деревья это не прорисовано. Ну-ка. А давай проверим. Слушай. Ну-ка, а ну-ка. Ага, сейчас вам. Хрен. Поехали тогда до УАЗа. Короче, задница полная. Карта не отрисована. Ну и карта называется правильно. Загадка, блин. Вот загадка вам. УАЗик в какой-то жопе, я понял, стоит. Ёкарный бабай. Ну, тут на шиге, блин, На шиге ехать-то невозможно. Реально. Как здесь ездить, если там на Урале я буду, если, допустим, на Кразе открывать его захочу. Ну, это, типа, вообще просто невозможно. УАЗик какой-то задницу поставили. Где хоть он вообще стоит? Я вот что-то вот этого всего мема не понимаю. Эта карта перевернулась. Вот она вот так должна, вот. На... Типа, лагать через заправку, потому что я там ездил, там вроде через заправку вот так, ну... Я поехал туда, потому что туда дорога, и тут привела меня вообще не туда, куда я хотел.
Так. Слушай, я вот не знаю, если попробовать на зелке. Ну-ка. Мы попробуем на зелке. Так, опа. Если попробовать на зелке, вопрос, будет ли это классно. Так, вот смотри, вот слушай, вот сюда есть проезд. Мы наверх тогда заберемся. Попробуем наверх. Может, это как-то нас спасет. Не знаю. Настроил звук, в общем, игры до сотки. Ну, то есть звук в записи экрана, чтобы до сотки, до 100%. А свой звук до 100 тоже. Вот. И записывать ли видео по Спинтарусу? Вот у меня один к вам большой вопрос, ребят. Вот записывать ли видео по Спинтарусу? И давайте под этим видео хоть, ну, поставим лайк, что ли. Чем больше лайков, ребят, тем лучше продвигаться мой контент. И в конце концов, ребят, давайте вспомним старину. Ну, Спинтарус, я понимаю, что не каждому он интересен. Но все-таки, я думаю, те люди, которые играли там с 2014 года, наверное, вспоминают те времена. Реально, вспоминают. И они помнят те времена, когда Спинтарус был просто популярным очень. Его абсолютно все хотели. Когда он просто был на пике популярности в 2016, или я не знаю, когда он был на пике популярности. В 2008 прошел бета-тест. Вроде я когда... Ну, в 2008, да. В 2008 был бета-тест. Так вот. Он у нас застрял. А вот туда мы не дать. Вау. Прикольно. Логика. Логик. Magic. Так, а ну-ка. А ну-ка, смотри. А ну-ка. Хрен, да? Тут что, на УАЗе, наверное, придется на чем-то другом ездить. Потому что зелок не справляется. Зелок не может. Так, фаралю где? Не, зелок застрял. Так, окей, ГАЗ-66. Садимся. Где на него ездить? Что? Да я тут не понимаю, куда? Куда ехать-то и что вообще? Что-то я тут не понимаю, куда ехать-то. Поехали через... Поехали через лес обратно, слушай. Просто через лесок. Потому что я здесь что-то вообще не понимаю, как ехать. Поставлю точку в лес. Через лес будем. Вот, ребят, напишите, кстати, какие карты вы бы хотели увидеть на моем канале, чтобы я сделал по ним обзор, моды, еще что-то. Моды, вообще все, что угодно. Если хотите обзор модов, спокойно могу записать. Напишите только мод, прошу. Потому что он либо на World of Mods, это как большая вероятность, потому что на World of Mods вообще... Ну, там моды с прошлого года не записывают, ну, не пишут туда. Ну, не выкладывают, то есть... Ё-моё, где хоть я еду-то? Вообще еле вижу. О, папа! Опа-па называется, пацаны. Все. Нас тут блокирнули жестко. Блокирнули в том смысле, что не выехать нам. Тяжело теперь, блин. Капец, я вообще не знаю, она выйдет отсюда. Все, шишига. Ну, шишига дает. Дает знать, дает человеку понять, что шишигой лучше, знаете, шутки не нужны. Шишига это мощь. Мощь и точка. Вот, и буду разные карты записывать, чтобы вот так вот было. Ну, задница полная, не карта, я не знаю, как ее назвать. Ну, жопа. Натуральная, ребят. Я уж понимаю выражение некрасиво, но как ее еще назвать? Задница помидорная. Помидорная карта, тебя тут закидают помидорами, потому что не пройдешь ее никогда. Ладно, ребят, давайте на этом заканчивать. На этом все. Спасибо за просмотр. Карта называется, еще раз повторю, загадка. Очень... Непонятно, карта, нету никакого абсолютно рисунка, в чем весь ржач. То есть, смотри, я вот поставлю, и видите, лес никакой не отображает. То есть, ощущение леса нет. То есть, она какая-то кривая или еще что-то как-то сделано, непонятно. Карта, загадка, в общем, на этом все. Спасибо за просмотр, все. Да, все, пока. Всем пока, удачи. И играйте, и наслаждайтесь игрой. Надеюсь, всем она нравится. Ну и не всем. Ну и FNAF также. Смотрите, здоровье. Шорцы есть. Все, всем пока, до встречи, удачи и подписка и лайк с вас. Сейчас потребую. Лайк, подписка и все. Давайте, пока. Удачи.